Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 5 февраля 2021 года, и я продолжаю наш цикл об ожившей поэзии «Замолвите слово», так как я готовлю книгу, которая будет, скорее всего, называться «Самуил Фрумович в ожившей поэзии о моем творчестве», то в основном я буду сейчас давать вам обзоры на слова, именно мои слова. И сегодня вот послушаем, это будет уже, по-моему, четвертая часть вот таких обзоров на мои слова, исполнение «Везде мое», ролики в основном взяты из интернета, исполнение мое, музыка моя. Итак, давайте я вам расскажу, что мы сегодня послушаем. Послушаем «Я не могу, прости меня». «Квартира и стены четыре». «Она наш гимн, она салют» к тысячной песне нашей ожившей поэзии. Далее мы послушаем «Ах, любимые славные женщины». «Христос воскрес, воистину воскрес, потому и трясет нашу землю. Любить, ласкать и быть любимым, уроки любви. И звонит, и трезвонит весна. Не спеши, наслаждайся весной, весной взволнована душа. Ах, как хочется!» Но, наверное, более мы не успеем сегодня. Вот такой обзор будет вот этих в основном сочинений на слова Самуила Фрумовича. Музыка исполнения тоже везде Самуила Фрумовича. Так, начинаем. Начинаем, по-моему, это уже 460-й. Обзор, кстати, скажу вам новость нашей ожившей поэзии, не очень хорошая. К сожалению, повысились цены на рекламу, поэтому я теперь буду давать рекламу только на лучшее редкого, на одно произведение. В основном буду давать именно на обзоры рекламу, чтобы у нас, ну, так сказать, народ лучше знакомился с нашими композициями. А тот, кто хочет получить композицию с рекламой, плюс я подарю даже одну композицию, должен переслать 200 рублей на мой счет. Я об этом пишу в стихах.ру. Наверное, и здесь тоже дам этот счет. 200 рублей, вы даже получите две композиции. Но без рекламы мне не интересно писать. Это все-таки большой труд. И очень обидно, когда вот без рекламы, посмотрите, сейчас вот послушайте композицию «Я не могу, прости меня». Вот 60 просмотров почти за год, всего 60 просмотров. Мне это обидно, и поэтому без рекламы я очень неохотно, но все-таки буду писать, конечно, потому что я просто, ну, как бы, люблю сочинять музыку, и потому, конечно, я буду писать. Но желательно все-таки помогать нашей ожившей поэзии, ибо мне надо еще и книги издавать, и уже российской пенсии моей не хватает на эту рекламу, и на книги тоже. Итак, продолжаем, вернее, начинаем наш обзор. Это 460-й обзор, значит, мы уже в этом цикле послушаем 460 композиций. Сегодня все композиции будут на мои слова и на мои, ну и все мое, кроме видео. Итак, «Я не могу, прости меня». Начинаем в кратком изложении все эти композиции.
для подготовки моей книги и для знакомства с ожившей поэзией. Я не могу прости меня, не спится мне, не плачется, покоя нет души моей. Ответа ждет, терзается, вчера обидел я тебя, не попросил прощения. Достала боль теперь меня, и грустное сомнение. Вчера обидел я тебя, не попросил прощения. Достала боль теперь меня, и грустное. Теперь я понял, это грех ругаться и доказывать. Пусть даже прав ты, но нет прав обидеть и указывать. Мы все свободны, это жизнь дается нам для радости. Мы все должны всегда любить, прощать порою гадости. Мы все свободны, эта жизнь дается нам для радости. Мы все должны следующая композиция, она наш гимн, она салют. К тысячной песне ожившей поэзии. Было года два назад, если не больше. Восстановленная композиция. 27 просмотров всего, почти за год. Друзья, бывает в жизни праздник, когда кричит, поет душа, когда вокруг все понимают. Она наш гимн, она
салют единства мира славы. Она победный сердце крик, как день победы Акуджавы. Она наш гимн, она салют, салют единства мира славы. Она победный сердце крик, как день победы. «Квартира и стены 4». Следующая композиция. Друзья, послушайте мою новую. Вообще, видите, 15 просмотров. «Квартира и стены 4». Рассвет и птички за окном. Прошедшая в квартире, в замутах тайн облом. Былые дни, былые годы, былые радости, любовь. Все пролетело лишь невзгоды, волна. Радости, любовь, все пролетело лишь невзгоды, волнами набегают вновь, и, наслаждаясь тишиною, не вспоминая облом, вступая в диалог с душою. Она моя любовь во всем, и шепчет музыка и мгновенья на счастье для себя настрой. Она мое успокоение, она моя любовь во всем. Ах, любимые славные женщины. Друзья, послушайте. И славные женщины, ах, герои, герои мои, не могу, не могу я без песен и без вас, и без строк о любви. Ах, Пепита, 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 где же ключ от калитки твоей? И соль наконец-то дождалась, красота, паруса мчатся к ней. И соль наконец-то дождалась, красота, паруса мчатся к ней. Фиордо тихо песни запела, Жозефина меня увела. Удивляется с нами моим мир. А Париже родная жена, в горах одинокая
слова и слова драгоценные. Лы-лы-лы-ла, тебя я люблю. Где-то слышатся вальсы Шопена, вальс амурский в ночи зазвучал, и умчалась банкирами Ева. Из похода приплыл капитан, где-то слышатся вальсы Шопена, вальс амурский в ночи зазвучал. Пару слов об этой песне. Эта песня написана на название композиции, сочиненных на стихи поэтессы, замечательной поэтессы Нелли Добротолюбовой. На ее стихи я написал больше 60 композиций. И вот эта песня составлена из названий этих композиций. Все наши композиции я специально делаю большие обзоры, ну, обзоры побольше песен и сокращаю. А для того, чтобы найти понравившуюся, ясно, что многие песни ординарные, поэтому те, которые вам понравятся, вам достаточно вот в этой строке набрать Фрумович и название песен, которая вам понравилась. И тогда вы полностью можете послушать данную композицию. Это в YouTube. Итак, продолжаем. Христос воскрес, воистину воскрес. Сегодня самый главный праздник. Христос воскрес, воистину воскрес. И все сегодня тихо напевают. Христос воскрес, воистину воскрес. И все сегодня тихо напевают. Христос воскрес, воистину воскрес. Для меня нет ничего дороже. Христос воскрес, воистину воскрес. Когда пою, детишки, дрожь по коже. Христос воскрес, воистину воскрес. Когда пою, детишки, дрожь по коже. Христос воскрес, воистину воскрес. Когда глаза сияют у прохожих, Христос воскрес, воистину воскрес. Когда любимая тихонько скажет, Христос воскрес, воистину воскрес. Когда любимая тихонько скажет, Христос воскрес, воистину воскрес. Когда друзьям всем сердцем мы стремимся, Христос воскрес, воистину воскрес. Когда в любви с любимой объяснимся, Христос воскрес, воистину воскрес. Когда в любви с любимой объяснимся, Христос воскрес, воистину воскрес. Следующая композиция «Потому и трясет нашу землю». Друзья, и клубника вот, это вишня любимая, вишня. И клубника моя, и цветение вокруг ароматы,
красивее наших рассветов. Ничего я пока не видал. Пение птиц, петухов, кукареку и собачий отчаянный лай. Нет милее, красивее женщин, зеленее травы нашей нет. Это все называется счастьем, когда любишь и ярче рассвет. Так любите, друзья, свою землю, так лелейте вы женщин свои, дорожите вы жизнью безмерно, обнимите близких родных, доброту для людей вынесите, как рассветы приносит нам Бог. И любовью вы все наполняйте, а Всевышний вам счастье несет. Следующая композиция «Любит ласкать и быть любимым». Друзья, послушайте. Мечта для каждого ласкать и быть любимым. Мечта для каждого из нас. Мгновение встреч, свидание с милой. Для сердца я бальзам припас. Мгновение встреч, свидание с милой. Для сердца я бальзам припас. Когда мы любим безответно, страдания наши нелегки, но без страданий не бывает. Друг, к сожалению, любви, но без страданий не бывает. Друг, к сожалению, любви, когда в любви мы признаемся, сиянием все окружено, трепещет сердце. Нежность льется, и на мгновение дано. Трепещет сердце, и нежность льется, и на мгновение дано. Когда... Следующие уроки первой любви. Это первые песни мои, поэтому они, конечно... Начинал, так
звонит и не тревожат ее страдания мои. Уроки первые. Любви. И звонит и трезвонит весна. Наслаждайся весной. И звони, и трезвонит весна. Ах ты, женщина, как хороша. Ах, весна, ах, весна. Не моргай, не лети вместе с птичками в рай. И с утра с ними песенки пой. И запомни объятия родной, о любви говори и мечтай, если слов не хватает, вздыхай. Если грустно, взгляни в небеса, там и сине плывут облака. Самолеты куда-то летят, и летят, чтоб вернуться
глаза, если грустно, взгляни в небеса, там и синие плывут облака, самолеты куда-то летят, не летят, чтоб вернуться назад. Весной взволнована душа. Мечется и рвется.
И на этом, друзья, я заканчиваю обзор. Это был обзор 460, на самом деле 46-й. Но цифра 460 говорит о том, что мы в этом цикле уже прослушали 460 сокращенных композиций. С вами был Самуил Фрумович. Всем доброго. До новых встреч.